У него был бренд, и я не могла его спасти, если бы нарушила сделку. Простите, но как вам удалось вырваться из тоннеля? Этот ментальный прорыв дал вам новые силы? Ну да, я не рассказывала вам. Опять. Ладно, я все покажу. Позовите своих ребят. Неплохо. Но почему вы решили показать это сейчас? Потому что я тренируюсь, пробую, набираюсь сил. Дайте врага покрепче. Хорошо, мисс Уокер. Следуйте за красными линиями. Держитесь в центре. Вас будут ждать ваши личные демоны. Проводник, который создает голограмму, без ума от видеоигры про демонов. Я не в восторге от стиля, но для обучения они прекрасно подходят. Кажется, им это не нравится. Мы, проводники, живем в очень жестоком мире. Мы должны защитить себя. Это не живые противники, но ваши чувства самые настоящие. Думайте о шее, направляйте свою ярость, наращивайте силы. Так, гнев — это инструмент для управления всем вокруг. Мы проводники, весь мир принадлежит нам. Отлично. Похоже, вам начинает это нравиться. Запомните это чувство. Не сдерживайтесь больше. Видите, на что вы способны? Будущее есть только у тех проводников, которые отринут прошлое. Я хочу услышать окончание вашей истории. Шейн хотел меня убить, так что выбора у меня не было. Только сражаться. Но проблема в том, что я не знала, где искать его или брата. Она сдохла? Надеюсь, да. Давай выстрелим еще раз, ну, на всякий случай. Где Брент? Они должны как-то друг с другом говорить. О, гарнитура и размерчик мой. Конвой номер 3. Уокер, не вижу. Нет, Шейн все учел. В грузовиках столько добра, она никогда нас не найдет. Подожгу грузовики с наркотой, и Шейн сразу прибежит. Нужно их найти. Это поможет. Грузовики, вам крышка. Там кто-то хулиганит. Последний выстрел за нами.
Эта панкушка меня разозлила! Я знаю, как его разозлить. Эй, босс! Пронейра, вот это сюрприз! Есть разговор. Нам не о чем говорить. Можешь поболтать с наркотой, которую я размазала по дороге. Не может быть. Может. Пока. Стой, не вздумай, ты... Стрельба? Эй, Джимми, скажи что-нибудь. Круто. Сюрприз! Ах ты, сука! Повредишь еще один грузовик, и Брент останется без руки. Ясно тебя? Ты этого не сделаешь. Да? Поспорим? А что тут спорить? Без него у тебя не останется никакой, совершенно никакой защиты от меня. Ты с него пылинки сдувать должен. Не трогай моё. Они дом пожалеешь. Девчонка ты не смоешь. Я на западе! Она студентка с неоном! С неоном! Ах, осторожней с неоном! Ага. Похоже, ты потерял еще одну партию, дружок. Зачем ты это делаешь? Отдай мне Брента, и все закончится. Нет, 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 нет. Я отпущу его только когда ты расшевелишь Дес. Слово скаута. Тогда извини. Она здесь! Тут везде неоновые вывески! А вдруг это она? Если выскочит, вали ее!
ла-ла. Эй, я хочу заявить о наркотиках. Ой, нет, все уничтожено. Тесс пришел за тобой. Они знают, что ты разнесла мой груз. Тебе осталось только убирать. Думаешь, их не заинтересует, что это был за груз? Это преступление, между прочим. Да им плевать на меня. Они охотятся только до уродов. Их жертва ты. А я примерный гражданин. Да, но они могут передумать, когда все узнают. Эй! Парни! Еще грузовики есть? Она здесь! Она здесь! Где? Не вижу! Защищай машину, твою мать! Это для тебя, Брент. Вызови грузовики, Шейн. Может, кто-нибудь ответит? Сука! Твоя банда скоро уменьшится. Кстати, один бандит — это уже банда? Ладно. Ищешь меня? Я в крокодиле. Иди сюда. Клянусь могилой мамочки, что я размажу твои неоновые мозги прямо по стене. О, свидание! Немного. Тебе нужен... Лови! Десс? Открыть огонь! Шейн, иди сюда! Думаешь, под наркотой я забуду про Брента? Договорился с Дезом? Ты дебил, Шейн! Я справлюсь. Я совладаю. Прятаться!
трус? Спокойно. Ты все можешь. Ради Брента. Вперед! Что за дела? Это дом моих родителей? Что это? Я помню. Мама? Папа? Мы не можем это скрывать, Абигейл. Ты ранила девочку. Ты теряешь контроль над собой, когда злишься. Твой отец прав. Так будет лучше. Может, забывайте, Дес? Сбагриваете меня с рук? Мама, сейчас же положи трубку! Так нельзя! Она твоя дочь! Я была маленькая! Не плачь, Абигейл. В Дейзи это все исправит. Она нам обещала. Где она? Родер, беги! Уходим отсюда! Я им не дамся. Ты слаба. Я справлюсь! Я со всеми справлюсь! А тебя не брошу! Нельзя брать все, что захочется! Не так, как ты думаешь! Моя заначка! Где она? Успокойся, враги! Сестра! О, Боже! Прости меня! Я не хотела, мне привиделось! Это Шейн, это из-за него! Ничего! Нет. Ты не виновата! Нет! Ты мне нужен! Не оставляй меня! Сестра! Прости меня! Боже, Брэнд! И вас нашли мои люди. Это Шейн забрал вашего брата. И вы тогда сорвались, потеряли контроль. Был бы шанс, вы бы убили его. Прошу. Ранера? Сделай милость. Скажи этим ребяткам, что я на 100% нормальный американец. Я знаю вашу историю. Слово скаута. Но вы должны заново ее пережить. Вернуться к моменту, когда вы сдались. Я не имею отношения к этим уродам. Thank you.
БТР-1. Следую за целью. Пленник угнал БТР-13. Движется на запад. Перекройте съезд. Отбой. Ну уж нет. Он мой.